Всем привет, с вами Дженикус, и это короткое видео про баг экрана «Признать поражение». Как вы наверняка знаете, сейчас в лиге Mortal Kombat 11 стали попадаться люди, которые используют баг для победы в лиге. Суть его в следующем. Когда вы проигрываете первый бой, вы выбираете позицию «Принять поражение» и на меню «Да» или «Нет» ничего не нажимаете. Таймер доходит до нуля, но поражение не засчитывается, а игра ждет вашего решения. Таким образом, те, кто пользуется этим глюком, просто ждут, пока их противник сам не закроет игру. Суть в том, что если тот, кто пользуется этим багом, он же багаюзер, что-нибудь нажмет, а таймер, уже напоминаю, закончился, то он проиграет, ему засчитается поражение. У него отнимут очки, а его противнику, который победил, засчитается победа. Но багаюзеры готовы сидеть не просто часами, а десятками часов. Его противник же, если он устанет ждать и закроет игру, чтобы не терпеть это, получит поражение. Игра засчитает победителю поражение, отнимет у него очки, а багаюзеру отдаст победу. Таким образом, лига Mortal Kombat 11 превращается в игру «Кто кого пересидит». Багаюзеры, повторяю, готовы часами и десятками часов ждать, пока противник не выйдет. Все ради очков лиги. Этот баг работает на абсолютно всех платформах – ПК, Switch, Xbox и, конечно, PlayStation. Но нашелся один способ, как этих багаюзеров наказать, и я вас призываю пользоваться им. Работает он как минимум на PlayStation. Если вы видите, что противник тянет время при помощи бага, идите в меню PlayStation, выбирайте «Сменить пользователя», выбирайте любого другого пользователя и заходите в игру Mortal Kombat 11. Тогда игра спросит вас о переподключении джойстика. Нажимайте нолик. Затем снова меняйте пользователя на основного, с которого вы играете в лиге. Вновь заходите в игру и вуаля, паршивцу засчитают поражение, а вам, как победителю, победа. Пользуйтесь этим способом, пока их величество НРС не пофиксит этот до невозможности тупой баг. Katana, why didn't you come sooner, bro? What the fuck, bro? Are you kidding me? Oh my god, Katana, I fucking love you! Но учтите, что этот способ наказать говнаря не будет работать, если игра куплена в цифровом виде на двоих, и ваш аккаунт с игрой в системе не основной. Этот способ взят у Destroyer FGC, ему в свою очередь подсказал Kitana Prime. Удачи вам в борьбе с багаюзерами. Всем пока!